Добрый день, участники Всероссийского педагогического диктанта. Сейчас я вам зачитаю. Сегодня у нас в ВУЗе проходит всероссийская акция «Педагогический диктант 2023». По России он проходит в 89 субъектах и посвящен этот диктант году педагогу и наставнику и 200-летию Ушинского Константина Дмитриевича. Тема всероссийского диктанта – это педагогические идеи прошлого, основа будущего. Сегодня участники педагогического диктанта прослушают текст Константина Дмитриевича Ушинского и решат на основе этого текста сложные педагогические задачи. Они покажут свое собственное осмысление педагогических технологий, техник, приемов. Им предстоит создать связный текст на педагогическую тему и показать свое индивидуальное, свое самостоятельное понимание важных, актуальных задач, которые стоят перед нашим образованием. Текст, который мне сегодня предстоит прочитать, посвящен труду, физическому, умственному труду и его роли в воспитании нравственной личности. С 1 сентября 2023 года указом президента Российской Федерации Владимира Путина в российские школы вводится трудовое воспитание. Это очень знаковое событие. Так как это связано непосредственно с моей будущей профессией, то мне, конечно, интересны все конкурсы педагогического содержания. Плюс к этому сейчас 23-й год объявлен годом педагога и наставника, поэтому, ну, я считаю, просто необходимо посещать подобного рода мероприятия. Такой педагогический диктант – это хорошая возможность в очередной раз попробовать себя, свои знания, удостовериться в том, что действительно правильно выбрали профессию. К этому диктанту не готовилась, но, опять-таки, да, 5 лет учебы в университете все-таки чему-то меня научили. А я рассчитываю получить за этот диктант 5, почему бы нет.